Привет, это Тимур. Интересная идея родилась у меня после прочтения комментариев на НГС. Вы знаете, что мне и Антону Картавину предъявляют иск на 3 миллиона за то, чтобы заплатить за дополнительную зарплату полицейским, которые работали на несанкционированной акции 31 января. Но ведь кроме вот этой дополнительной зарплаты, они еще получат по 28 с лишним тысяч каждой премии за работу на этом митинге. Так вот, предлагается такой бизнес. Ребята, вы получили там по 30 тысяч в сумме за этот день. Поделитесь 10% с теми, кого вы считаете организаторами. И мы сойдемся в ноль. Вы, можно даже будет потом бизнес такой организовать. Одни проводят митинги, другие за них получают деньги. Потом мы их честно делим, и все довольны.